Такой диапазон произведений композитора чрезвычайно широк. Опера, оратории, концерты симфонии, камерная, хоровая, вокальная музыка. Среди сочинений Татьяны Георгиевны выделяются опера-оратория «Сергий Радонежский», оратория «Посвящение Ленинграду», кантаты «Поморы» и «Солнце навстречу», концерты симфония «Музыка моря» и «Музыка гор», концерт для флейты, струнных и клавесина, японские акварели, серенады весне и многие другие. Самобытный, яркий композитор Татьяна Георгиевна стремится к возрождению русского фольклорного театра. Созданный ею фольк-опере «Северный сказ» показан один из новых путей развития русской оперы. А сейчас вы услышите вокальное сочинение «Шесть картин из русской народной поэзии». Прозвучат четыре части цикла. Первая – «Не бела то березонька», «Пойду-выйду за ворота», картина-сцена «Я не знала, не ведала» и заключительная картина «Полюблю я молодца молоденького». Исполняют заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии Татьяна Виноградова, меццо-сопрано, партия фортепиано, автор. Thank you.
Thank you.